Ага, подсказать. А где девушка? Вот девушка. Что, срок годности? Годен до 11-20 года. Это как так понять? А что, почему просроченная? Тестер просрочен. Ну, вообще мы их заменяем сейчас, так что... Ну, с 20 года заменили уже. А вы обратно получили? С этой целью. Я потом уберу сейчас. А давайте вы сейчас уберете. Ты пугаешь? Руки убрали. Ты что хочешь? Меня пугаешь или нет? Я тебя? Ты кому-то нужен. Тогда кем это делать? Что именно? Ходи пока. Что именно делать? Вызывайте это сама. Вызывайте охрану. Вызывайте охрану. Ментов вызывайте. А менты тут не помогут. Помогут. Я всем разрешу. Дяденька, не помогут тебе. Не помогут. Только что вызывайте. Они провокационные вопросы. Есть на них вообще разрешение-то? На продажу? У вас есть какие-нибудь документы? Документы? Вам что, паспорт нужен? Извиняться-то будут или нет? Иди ты в жопу отсюда. В жопу? Да. А ты часто туда ходишь? Ты часто туда ходишь? В жопу? Я откуда знаю, неизвестный. А вы почему разговариваете на «ты»? Ну, хочется мне так. Ну, то, что человек вас не уважает. А мне хочется. Поскольку были нарушены его права. Откройте, пожалуйста. Я причем здесь, скажите мне, пожалуйста. Потому что... Два дня назад полиция звонили, а они у меня... Я написала заявление, было оно в полиции. Рассёдно как помощь. Зачем вы, если честно, отношения? Сейчас вызову полицию. Да. Привет, давай без ментов. Нет, давай без ментов. Давай с ментами. Да, давай без ментов. Вот это нажимай, вот это, мадам. Короче, они были ментов. Постоите, подождем. Ну, мы сейчас поснимаем другие магазины. Я начальника охраны позову. Те, кто позавчера был, позовите хотя бы одного. Для ваших указаний вполне приятно. Они пришли, да? Они не трогали. Нет, вот это будет. Сёрка вот эта, как руками с вами граблями. Что по руками? Позавчера вот нас с девушкой избивали охранники. Куртку ей порвали. А меня женщина... Вот дернула здесь оторвалась, здесь. Вот это вот женщина, которая там спряталась. Интервью хотим взять. Кто вы такие? Видите, что мы вам... Ну, вообще посетители торгового комплекса. А кто ваши эти охранники такие, чтобы нас избивать и куртки нам рвать? Конечно, еще женщина к вам приходила с девочкой, которая называла матерными словами. Да, девочка малолетняя, несовершеннолетняя, и мать была. Когда ваша тетка меня таскала, она тихо. Когда ваша тетка таскала, она тихо не разговаривала. И всякими гадостями на меня отзывалась и прикасалась к моему имуществу и куске. Вы можете зайти? Позовите тетку эту. Пускай она сюда выйдет, извинится. Павильона, мужская одежда. Тетку позовите. Девушки, ребята, все вопросы, если у вас есть какие-то вопросы, выведите 58-й отдел полиции. Когда у нее какие-то вопросы, так она не писала. Избивали это здесь, а не в 54-м или какой-то. Разбираться они должны. Нет, разбираться администрация должна, потому что у вас было совершено административное правонарушение. Какое? А вам только что объяснили, какое? Так вам только что объяснили. Да что объяснили-то? Я не вижу пока. Было совершено нападение на посетителей вашего торгового комплекса. Да без разницы. Если она замахивается уже на посетителя торгового комплекса, это административное правонарушение. Совершенно верно. Совершенно верно. И разбираться с этим должна администрация торгового комплекса. Кир, у нас нет милиции. Дай мне слово. Полицию, сходите, почитайте кодекс. Да это вы должны разобраться в первую очередь со своими арендодателями. Мы разберемся со своими, мы разберемся. А тебе не стыдно? Ну, а тебе не стыдно? По факту вот это, скажем, тебе как вы говорите. Девочку вот такую потише, школьницу брать. Можно я поговорю? Да. И что ты называла? Ну, и что дальше? Маску одеть, и все, я снимала. Я тебе принесла свою маску, ты ее уже не одевала. Ну и что дальше? Тебя охрана не могла вывести из магазина. Я тебе сказала, выйди из магазина. Ну. Мы там стояли, и что дальше? Да? Ну, отправили. Ну, отправили, да. Не стыдно. Как тебе не стыдно? Не стыдно. Вообще не стыдно. Вообще продавец может попросить человека выйти из павильона? Из магазина это частная территория. Какая частная? У вас есть режим работы? Индивидуальный. Режим работы есть у вас? Камере. Режим работы есть у вас? Ну есть. Все тогда. А с камеры нельзя. Как только оно закроется, станет общественное. Документ мне дай. Что у тебя камера? Ты мне документ дай, что ты можешь с камеры. А мы уже на «ты» перешли? Сейчас я тебе буду тыкать так, что ты прям уши завянут. Частная территория будет у вас дома. Либо когда закроется. Вы можете работать, закрывайтесь. Посетители торгового центра. Да, закрывайтесь и все, и уходите домой. Она, между прочим, права. Вы срываете работу. Мы срываем? А другие посетители не срывают, когда приходят к ней? Вы срываете ее работу. Чем? Да вот этим вот. Допросом. А это запрещено? Это здесь, да.
Вот там с какого перепугу это запрещено? А кто вам разрешал было? Мне? Право допрашивать, опрашивать продавцов. Я кто допрашиваю? Да еще и снимать. Вы у меня что, у нас фото-видеосъемка запрещена? Вы у меня разрешение спросили? А вы у меня разрешение спросили снимать? А вот там на дверях написано. И что? Если и что? Вам не нравится, не ходите. А вам закон не интересен? 29-я статья Конституции. Что на входе должна быть в этой? Если у вас есть телефон, 29-я статья Конституции Российской Федерации, открываем и читаем. Вот вы откройте и почитайте. Это общественное место? Вы почитайте. Там это общественное место? Есть. По поводу видеокамеры есть? Мне ваше предупреждение? Как? Чихать я хотел. А оно в законе прописано? Что в законе прописано? В федеральном законе. У меня тоже в законе. Если идет видеосъемка, должно быть предупреждение. У меня тоже в законе если прописано. Если гражданину не нравится это, он просто разворачивается и да уходит. Что вы говорите-то? Где нету видеосъемки? Да что вы говорите-то? Мы сейчас точно 58-й вызовем, чтобы с вами разобрались. Раз вы сами да? не хотите, конечно. Вызывай. А нет, не вызывай, а вызывайте. Я старше вас два да раза. Да вы уже нарушили мои я права. Я старше вас два раза. И что дальше? Молодой человек. И что дальше? Себя соответственно. Что дальше? Вы что где вы старше? Вас мама воспитывала? Что дальше-то, что вы старше? Не разговаривают. Нет? Мое уважение заслужили. Сейчас 58-й вас будет воспитывать. Да? Конечно. Прикормленных ментов сейчас выделяют, да? Еще не будет. Прикормленных ментов, да? Конечно. Давай, давай. Ложечки кормят. Точно так же, как вас прикормили. Вас-то прикормили. Фото-видео запрет, запрещаем в общественном месте. Которые считают, что они правы. Мы да. Мы правы. Тоже правы. Мы тоже если мы правы. Если у вас есть претензии, господа, а все 100%. Администрация сидит. Так зовите их сюда. Что это мы? Вот вам а что это? А что это вдруг я должен туда бегать а за ними? Чего-то должен я что тут, прислуга что ли какая-то за ними бегать? За кем? За вашей администрацией. Это не наша администрация. Наша администрация, охранное предприятие, администрация, это две разные организации. Вы не путайте божий дар и яичницу. Так вы не путайте тоже, соответственно, что? Вы закона не нарушайте. А что мы нарушили? Я еще раз повторю. Дорогой, в общественном месте вы не имеете права запрещать фото-видеофиксацию. И в администрацию напишите жалобу. Сами идите. Сами идите. Ты? Почему я должен туда бегать? Почему мы-то должны? А почему я должен? Я что, собачка какая-то? Бегать за ними? Собачка. Ну и все тогда. Вы к ним сходите. Я посетитель торгового комплекса. Ну так идите посещайте дальше. Так а почему мне тут какой-то дяденька запрещает фото-видеофиксацию в общественном месте? А кто-то? Девушка, что ли? Какой я тебе дяденька, а ты девушка, что ли? Я говорю, сынок, ты девушка? Идите погуляйте, сынок, и повоспитывайтесь, научитесь со взрослыми. Когда захочу, тогда и буду воспитываться. Чего? Того. Эксклюзивные права на это видео принадлежат контролеру Вальку. Да-да-да. Цитирование обязательно. Я взяла одежду выбрать. Она положила. И пошла двери закрывать. Да-да, мы боимся. Я забоялась и побежала к двери. Она мне дверь подшибла. Все, все, я уже ай, больно. Ай, больно. Будем смотреть. Ходить не надо. Начал бить меня. За руку сейчас смотри, дернет меня. Дыхать тебе не надо? А где охрана? Выходите, у меня охрана, пожалуйста. Уходим, уходим, уходим. Начал вот сейчас. Уходим, уходим. Вон, смотри, сейчас дернет за руку меня. Позови охрану, пожалуйста. Видела? Видел? Видел? Вообще. Сейчас Вальку в глаз тыкнет. Закрывает. Смотрите, золотой мой глаз. Вон, смотри, сейчас ему в глаз даст. Так, смотри, я хочу. Ой, у меня ручка болит. У меня ручка болит, да. Смотри, здесь такая она посмотрела. Здесь это, посмотри, кто охрана. Охрана, посмотри. Смотрите, меня избили. Красная пилата. Больно. Полицию нужно будет. Я не могу. Ой, больно. Я? Давай, нет, это рамка пищит, а не я. Я не умею пищать. Да не, а мы так, репортажик сейчас быстренько. Хорошо. Да, спасибо большое. Чего? Ага, подсказать, а где девушка? Вот девушка.
Что, срок годности? Годен до 11-20 года. Это как так понять? А что, почему просроченные? Тестер просрочен. Вот смотрите, 11-20 год. Угу. Как так? Вы людям даете попробовать просроченный тестер? Ой, мне должны, значит, это дать свежий. Ну, вообще мы их заменяем сейчас, так что... Ну, с 20-го года заменили уже. Это просто наклейка. Просто вот у человека может где-нибудь это, как у... прыщик выскочить после этого. Мы их заменим. А вы обратно получили? С этой целью. Я потом уберу сейчас. А давайте вы сейчас уберете. На, ну еще хочешь, Марин, тестер просроченный? 4-21. До 10-20 года. Ух ты, офигеть, вообще просто. А не хочешь воспользоваться просроченной помадой? Еще помада? Да. У меня целый комплект будет. Хотела купить. Она что-то забрала и положила, и начала выгонять нас. Охрана, у меня 5-5-5-4, у меня опять эти молодые люди здесь. Подождите, приведите мне охрану. Бордовый, говорят, зеленый цвет. Зеленый, смотри, как тебе такое? Да, уважаемый зеленый, если вы смотрите мое видео, напишите в комментариях. Такое вообще нормально, нет? Хорошо все. Да, хорошо. Вот этот дяденька, вот этот, это служба безопасности торгового комплекса, который также не знает закон Российской Федерации и плевать хотела на Конституцию Российской Федерации. Она не для него писана, эта Конституция. Не хотят они с вами стоять, вы им больше не интересны. Ух, нифига себе, вот это да! Ты сотри, офигеть можно-то. Да это не летучие мыши. Уважаемые дамы и господа, номер один мужская одежда, ТЦ Норд. Поэтому никогда не приходите в этот магазин, не рекомендую. Руки убрал, руки убрал. Дядя, не советую. Вызывай охрану. Не советую, дядя. Вызывай охрану. Что вы делаете? Что вы же делаете? Зачем люди работают? Вызывай охрану, вызывай. Зачем? Не советую. Какое? Покажите. Почему ты можешь? Не надо. Ты пугаешь? Меня пугаешь или нет? Я тебя? Да кому ты нужен? Тогда зачем это делать? Что именно? Какой репортаж? Что именно делать? Вызывайте это сама охрану. Вызывайте охрану. Вызывайте охрану. Ментов вызывайте. А менты тут не помогут. Помогут, помогут. Нет, я помогу, дяденька. Не помогут тебе. Не помогут. Только что вы знали. Они провоцируют его просто. Слышите? Вы ничего не делаете. Навонят. Вы поаккуратнее. Никуда вот этому дяденьке поаккуратнее руки распускают. Просто провоцируют. Не обратите на них внимания. Как что за это есть уголовная статья? Зачем вы покажу уголовную статью? Давай. Давай. Показывай, чего ты? Так показывай, чего ты? Струсил что ли, дядя? Струсил что ли? Ну вы же ведь не лично. Что, струсил что ли, показать? Это ваш вопрос. Мы дома что вызывали. А ты что, провоцируемый что ли? В общественном месте, а? Ты хочешь, чтобы эту точку закрыли что ли, на конце концов? Тебя закроют. Тебя закроют? Ты еще и матом ругаешься в общественном месте, да? Ребята, идите, идите, занимайтесь своими делами. Все, уходите. Скройся лучше в своем магазине. Ладно, 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 спокойно, спокойно. Не кричи. Это дяденьки, скажи спасибо. А зачем вы там, шумели? Зачем вы там? Да какая разница? Это общественное место. Что за хайп это? Ну зачем это нужно? Ну, вот хайпует твой дядя. Ну вы мешаете. Ну, а кому мешаем? Ну, в общественном месте, ты может, все остальные люди тоже мешают вам здесь, а? В вашем магазине, в этом торговом комплексе. Людей зачем провоцировать? А что, в общественном месте можно кого-то провоцировать? Вы снимаете. И что дальше? Меня... Я нахожусь в общественном месте. Вы не имеете дома права. Будете себе запрещать что-то снимать, понятно? На горшке, сидя у себя. Может, они вообще, в принципе, у вас нелегальные, эти норки? Есть на них вообще разрешение-то на продажу? У вас есть какие-нибудь документы? Документы? Вам что, паспорт нужен? Ну, ты чего хочешь сейчас добиться? Чего? Извинений. Извинений хочу добиться. Извиняться-то будут или нет? Иди ты в жопу отсюда. В жопу? Да. А ты часто туда ходишь? Ты часто туда ходишь? В жопу? Так, ни в коем случае не звоните по этому номеру телефона 8-911-993-6933. Да, в 2 часа ночи по этому телефону ни в коем случае не звоните. Ни в коем случае не звоните. И не спрашивайте, почему мертвые норки раскладываются в магазине. В 2 часа ночи вот по этому номеру ни в коем случае не звоните. Вот так этот, вот так легким движением руки и камеры можно закрыть торговую точку. Павильон 140.